Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в City Game Studio. Как вы помните, в прошлой серии я создал Stormworks, но я забыл вложиться в рекламу, поэтому ее практически не купил. У нас очень мало денег, пришлось взять кредит, у нас 100 с чем-то тысяч всего, поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Сейчас буду делать футбольный симулятор, который будет называться Soccer Stars 2008. Надеюсь, что реально нам хватит денег, что мы создадим хорошую, интересную игру. Нажимаем старт. Сейчас посмотрим, что по деньгам у нас. Но я думаю, что нам хватит на разработку. Поговорить с прессой, я наконец-то не забыл. Хотя, может, и не хватит, друзья. Хотя, может быть, и не хватит. Потому что игра очень дорогая. Так, у нас на паузе стоит. Разработка очень дорогая идет. Но я надеюсь, что у нас все с вами получится. Так, история нам особо не нужна. Я думаю, что персонажи, геймплей можно получше. Графику тоже чуть-чуть, я думаю, получше сделаем. И интерфейс. Чуть-чуть, вот так вот, побольше. Так, идем дальше. Надеюсь, игра сейчас не закончится, потому что, ну, если мы останемся без денег, то как бы все. Потому что, как вы понимаете, денег нет, но вы держитесь. Главное, чтобы не обанкротилась наша студия снова. Как-то так, друзья. Так, все, друзья, сейчас будет точно последний сейв, который я начинаю, потому что иначе я просто сойду с ума. Если у нас что-то здесь не получится, то как бы все, я больше не буду. Скорость игры. Давайте медленно сделаем. Опять, мне нравятся симуляторы, друзья. Будем делать симуляторы. Год. Давайте с 2005 опять начнем. Неограниченная валюта. Режим песочницы я не буду включать. Я не знаю, что это значит, но включать не буду. Все, стартуем. Снова симуляторы, друзья. Сейчас, ну потому что я примерно понял, как играть. То есть у нас... Да-да-да-да-да, всем привет. Так, симулятор. Первый симулятор делаем. Симулятор медицины. Доктор симулятор. Сколько я уже этих доктор симуляторов насоздавал? Ну, как бы это у нас новый человек. Только не на Linux, сразу делаем на Windows XP. Стартуем. Потому что Windows XP это жизнь, друзья. Windows XP это, как вы понимаете, жизнь. Так, время на максимум. Так, главное не забыть будет поговорить с прессой. А то иначе будет хреново все. Так, история... ну, вот так вот, я думаю. Обычно мы ставили, да? Персонажи тоже где-то так. Геймплей чуть поменьше. Графика. Вот графика, вот что-что, помню, графика нужна. Я думаю, в районе 70 нормально будет. Интерфейс вроде бы особо не нужен. Давайте на 15 сделаем, идем дальше. Так, поговорим, давайте, с прессой. Скажем, что Доктор Симулятор выходит, как бы, да? В это надо играть, это лучшая игра в мире будет. Блин, денег у нас очень мало. Денег у нас реально мало. Надеюсь, что нам хватит. Так, разработка. Что-что, физика точно нужна. Как бы, ну, если это симулятор доктора, там как бы должно быть все физично, красиво. Так, интеллект. В принципе, особо нет. Звуки. Чуть-чуть побольше давайте сделаем. Модинг. Вот что-что, вот я помню. Вот это точно помню. Модинг и сеть особо нам не нужна. Идем дальше. Пока что, ребят, выпустим, я думаю, пару хороших симуляторов. Так сказать, инди-симуляторов, потом уже будем расширяться. Короче, будем расширяться потом. Так, анимация. Анимация чуть побольше, оптимизация. Оптимизация точно нужна. Я не знаю, почему в симуляторах не нужна оптимизация. Арты тоже, помню, не нужны, если я не ошибаюсь. Так, туториал, катсцены. Вот с этим у меня всегда были проблемы. Помню, что они должны быть не очень большими, но насколько, на самом деле, не знаю. Ну ладно, попробуем так. Надеюсь, что мой мозг меня не подведет. Так, игра года 2004. Нет такой игры. По $10 Доктор Симулятор нормально. Я думаю, продастся. Итак. Ага. Ага. А чё так плохо? А чё так плохо? Не понял. Ладно, идем дальше. Как это так? Вроде все хорошо. Не понял. Какого хрена? Туториал незначительный. Не понял, а почему так плохо-то? Вроде видели даже все-все, типа все супер. Если она сейчас еще не продастся, ребят. А может, у меня плохой компьютер был? Может быть, из-за этого? Да. Интересно, хорошо. Сразу идем дальше, пока есть деньги. Симулятор повара. Хорошо. Повар-симулятор. Я знаю, что повар на английском будет не повар, но как бы вы понимаете, я как бы турбенте банально. Мне и так нормально.
Так, уже берем ипотеку, друзья. Ну что делать? Ужас какой-то, я не понял. Вроде все хорошо сделал игру. В чем была проблема-то? Мы же симулятор. Хорошо. Так, ну как бы... Точно, делаем все как было. Примерно, я примерно помню, персонажа тоже нужно где-то на 40. Геймплей нужен хороший. Но не сильно, по-моему, да? Графика. На 70. Я обычно делаю интерфейс, ну где-то, но интерфейс не нужен. Интерфейс не нужен. Так, опять идем, говорим с прессой. Ну я на самом деле не понял, в чем проблема, почему 40, причем все 40, как будто это какой-то баг, баг игры. Потому что там, видели, ни одного плохого, у меня не было ничего. Не понял, друзья, реально не понял. А физика нужна побольше. Физика, давайте 71 где-то. Искусственный интеллект. Чуть поменьше. Звук. Звук, насколько я помню, примерно такой же надо оставить. Чуть побольше давайте сделаем. Моддинг и нетворк, это я точно помню, что надо куда-то сюда. Так, давайте 19, где-то 26, нормально. Идем дальше, друзья. Ну да, доктор симулятор вообще никакущий получил. Не понимаю, почему. Вообще мне непонятно. Надеюсь, что повар-симулятор покажет себя, и мы выпустим офигенный поварский симулятор. Так, анимация чуть побольше. Это, насколько я помню, вообще нам не надо. Так, туториал. Оставляем. Катсцены тоже нам особо не нужны. Давайте 30-ку сделаем. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Ну, потому что я прям вот доктор симулятор, вот меня прям до глубины души поразил своей плохостью. Так, давайте 9-ку. $9 поставим. Все равно хреново. А почему? Непонятно. Ну, только в интерфейсе я не угадал, в остальном во всем угадал. Это является отличное. А почему оценки-то такие плохие? Может быть, надо что-то купить нам в комнату, чтобы производительность была лучше? Так, ну книжку у нас есть. Стол может ему поменять? Не знаю. Так, подожди. Давайте этот стол продадим. Продать, чтобы что? Delete, окей. Купим новый стол сейчас получше. Вот, который производительность дает. Он, конечно, уменьшает счастье почему-то, я не знаю. Но зато дает производительность хорошую. Ставим сюда. Так, еще для производительности нам нужно. Ну и счастье нам тоже, да, нужно, блин. Сервер нам не нужен. Так, столб нам тоже не нужен. Давайте вот этот цветочек поставим. Чтобы он был более счастлив. Еще одну мусорку. Кулер у нас есть. Во, кулер еще поставим. Во, ну так должно быть нормально. Назначаем нашего бурбентия тонального. Так, где он назначит? Так, компьютер надо купить новый, главное, что. Производительность 100. Производительность 101. Стоит дешевле, производительность больше. Давайте поставим. Так, делаем еще одну игру, друзья. Не знаю, с чем проблема. Аниме. Симулятор аниме может сделать. Симулятор аниме, это, конечно, хорошо. Симулятор Атлантиды. Ну, нет, симулятор Атлантиды, я думаю, что это фигня. О, может быть, Средневековье? Или симулятор апокалипсиса. Военный симулятор. Ну, давайте военный симулятор, это как арма, только... блин, просто турбо-арма. Турбо-арма, по-моему, турбо-арма звучит как какая-то бармалейка какая-то. Ну, по-моему, неплохо. Турбо-арма нормальная тема. Сейчас вложимся в турбо-арму просто на супер-супер большие деньги. Так, история. Не очень нам нужны персонажи, насколько я помню, примерно как и история. Геймплей. Не, блин, ребят, ну как вы помните, я все делал как правильно. Но почему-то мне ставят, ну, типа, маленькие оценки. Как будто бы подкупают, знаете, подкупают эти издательства. Идем дальше. Чтоб я же играю в Стиме, то есть. Это, знаете, это могло бы такое быть, если бы я играл на пиратке. Но как бы игра-то в Стиме. Типа, какого хрена? Где мои оценки хорошие? Не понял. Я как в школе, знаете, домой прихожу, меня мама ругает за то, что у меня плохие оценки. Блин, это как бы неприятно. Это как бы очень даже неприятно. Так, звук. Где-то вот так вот. Моддинг. Моддинг и сеть нам особо не нужны, но где-то я думаю, что вот так будет в самый раз. Идем дальше. Если и эта игра, друзья, не продастся хорошо, то есть, блин, повар-симулятор вообще жесть. То есть, если будут маленькие оценки, то я просто серьезно, я с этой игрой, друзья, заканчиваю. Я с этой игрой серьезно буду заканчивать, если будет опять все хреново. Потому что я просто не вижу уже смысла тогда. Причем, вроде делают все правильно, все охрененно. Ну, как бы проблемы. Проблемы такие проблемы, что прям пипец. Ладно, все. Фу, держим кулачки, друзья. Держим кулачки. Надеюсь, что эта игра получится хорошей.
Турбарма, релиз. Итак. И в чем проблема была? В чем была проблема, друзья? Интересно. Лучше это по-любому. Главное, тут в чем-то не угадал. Друзья, как бы игра услышала, что типа, если что, я в нее играть не буду, да? Естественно, зарплата. Так, если продастся охеренно. Так. 239 тысяч в первую неделю! Да ладно! Ну, друзья, ну как бы вы понимаете, что я не могу просто радоваться очень громко, там Ами на заднем плане отдыхает, поэтому как бы, вы понимаете, я бы так сейчас заорал на весь дом. Блин, ребят, ну по-моему это охрененно, сейчас посмотрим сколько. 400 тысяч! О, да! Так, давайте на волне успеха сейчас покажет еще одну индюшатину какую-нибудь. Выпустим какую-нибудь арабские ночи. Что такое арабские ночи вообще? Что это, про что? Аниме, симулятор аниме, симулятор адаптации фильма. Симулятор Атлантиды, симулятор археологии. Не, ну ладно, давайте подождем еще недельку, потому что как-то хреновые там какие-то темы. Сейчас пока бабла подзаработаем немножко, как говорится. Так. Мы, кстати, можем найти издателя. Реально, кстати, надо будет попробовать, типа, вот издательство. То, что, вот, допустим, смотрите, здесь можно заработать 580 тысяч, если мы сделаем игру, типа, я не вижу где. Блин, фига, ну только тут стоит, это, миллион, да, стоит лицензия на PSP. Ниндзя. А, во, минимальная оценка 60, еще плюс отчисления нам будут. По-моему, это неплохо. Публиковать игровое предложение. Надо будет с этим разобраться. Игра года. Ладно, работаем пока так. Блин, 500 тысяч. По-моему, неплохо. Так, давайте. Можно, кстати, даже на выставку. Да, давайте на выставку съездим. Чтобы съездить на выставку, надо нажать вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Не сюда. Подождите, маркетинг там что-то. Во, вот сюда. Участие в конференции. Посетить. На маленьком стенде нормально будет. Так, давайте новую игру делать. Что-нибудь новое там появилось. А давайте сразу сиквел. А, подождите, а почему я не могу сделать сиквел? Потому что она еще продается, я понял. Ладно, давайте она продастся до конца и сделаем сиквел. По-моему, неплохо. По-моему, я неплохо придумал. Так, давайте плей. Тогда давайте до этого сделаем что-то другое. Надо делать, потому что сидеть на месте не надо сидеть. Симулятор музыки. Очередной, друзья. Да, подождите. Да, что такое? На капс не могу нажать. Рэп. Симулятор. Рэп-симулятор. Для всех, естественно. Стартуем. Сразу поговорим с прессой. Потому что пресса должна знать, что скоро будет симулятор рэпа. Любой уважающий себя школьник, да и взрослый человек, сможет стать рэпером, если захочет. Если захочет, он сможет стать рэпером. Просто тупо как ему угодно. Так, геймплей. Графика, по-моему, на 70 я ставил. Интерфейс. Поменьше. Поменьше, нормально, так. Ребят, ну военный симулятор, я чувствую, будет прям наша фишечка. Я бы хотел еще спортивные симуляторы выпускать. Потому что я люблю спорт, люблю футбольчик. Футбольчик. Ладно, вы поняли. Так, повар-симулятор продался. Очень хреново, хреновее просто не придумаешь. Но, как говорится, блин, что поделать, ничего не поделать. Так, поменьше звук. Я примерно, да, чуть больше все время делаю. Моддинг. Чуть-чуть сюда. Сюда. И как-то вот так. Да, идем дальше. Блин, ребята, если сейчас еще и рэп-симулятор продастся, то я не знаю, я вас расцелую каждого. Не забывайте, кстати, ставить лайки, подписываться на канал, если не подписаны, обязательно, да. Да-да-да. Что вы меня мотивируете на контент таким образом. Так, анимация. Чуть побольше. Оптимизация. Ну, это я уже помню, туториал. Мы примерно, да, так оставляли. Кат-сцены тоже куда-то туда. Все, дальше идем. Просто, ребят, просто, знаете, уже руки наметаны, глаз наметан, глаз наметан, все наметан. Смотри, 600 тысяч турбарма, ёпарный манын. Это просто жестко. Ну, рэп-симулятор тоже неплохой, очень даже неплохой получился. Скрытая красота. Вот так вот. Да, друзья, это рэп-симулятор. Все, Турментий просто офигенный человек в симулятороделании. Сейчас подзаработаем денег, переедем в новый офис. И заживем, друзья, заживем. Я просто, знаете, я такой хайпанувший инди-разработчик. 100 тысяч, нормально. Нормально, нормально. Еще и продажи будут, я думаю, более-менее хорошие. Сейчас арма продастся, сделаем сиквел. Появился вирус? В смысле? Это, кажется, странно. Замедляет курсор, с вами перезагружает компьютеры. А что делать?
что с вирусом делать, вопрос. Ну ладно. Как бы хз, что с ним делать, друзья. Так, по компаниям что у нас? Ну понятно, они все, блин, супер, блин, дорогие. Можно взломать игру, кстати, какую-то. А что будет, если взломать игру, интересно? Нанять сотрудника, Афиноген. Фига он неплох. Принудительная продажа студии. Непонятно, что это? С этим надо тоже разбираться. Так, игра года. Давайте Турбарму на игру года мы с вами выставим. Возможно, она станет игрой года. Это было бы круто. Турбарма это, ребята, как бы... Турбарма, басурма, вот это все. Как бы обязательно играйте, покупайте. Лучшая игра. Может быть, это из-за того, что я реально вот это поставил? То есть ему цветочка не хватало в жизни. И он с цветочком такой, на, сделал лучшую игру просто. Так, ребят, Турбарма продастся. Подождите, а что я могу сейчас? Отдел кадров. Не, тихо-тихо, вот это что такое? Для управления студиями компьютеров. А, может быть, здесь что-то можно? А, вот, кстати, смотрите, вот здесь можно студию продать-то. Еще за 150 тысяч, видимо, можно продать. У, фига. Студию в отпуск. Фанбаза 316 человек. Общая стоимость 1 миллион 590 тысяч. Лучшая игра Турбарма, да. Блин, круто. Вот здесь можно продать студию. Типа, когда переедем в новую, можно продать старую. Что-то я вот... Вот об этом, кстати, я не знал. Это круто. Или мы ее не продать можем. ХЗ. Это нам в собственность или не в собственность? Вот это непонятно. Это интересно. Что это такое? Это студия по всей компании. Блять, в отпуск, магазин. Так, все. Турбарма продалась. 80 тысяч мы на нее потратили. 600... То есть мы на 600 тысяч больше получили. Сейчас делаем сразу сиквел, друзья. Сразу делаем сиквел. Надеюсь... Тенденции. А, блин, а военные сейчас не очень. А где? А, транспортировка, музыка, кроссовер, супергерой, предыстория. Во, военный. Ну ладно, нормально, я думаю, что. Делаем сразу сиквел. Турбарма 2. Буквально через год выйдет сиквел замечательной игры. Замечательной игры Турбарма 2. Нормально. Так, сторис. Сторис. История 46. По-моему, да, 45. А, характер. Персонажи, так, 45. Геймплей. Чуть поменьше сделаем. Как обычно, графика на 70 обычно ставил. Ну, интерфейс нам особо тоже не нужен. Поменьше его сделал, так нормально. Ребята, сейчас еще... Так, подождите, что? Болельщики недовольны. Типа, фанаты недовольны. И специализированные журналы тоже, кажется, хотят... Ну, понятно, типа то, что, знаете, я на хайпе. На хайпе выпускаю такую же игру, грубо говоря. Ну, недовольны мне все равно, как бы, продажи. Я просто конвейер, я как Electronic Arts. Либо кто там. Я просто конвейер, друзья. Физика сюда. Интеллект сюда. Звук сюда. Модинг сюда. Не, подождите, не. Модинг вот так вот. Ну и сеть. Сеть где-то так и оставляем. Идем дальше. Так, можно и рэп-симулятор. О, рэп-симулятор и Турбарма 2. Что показывать будем? Давайте, ладно, рэп-симулятор покажем. Итак, это типа хайп? Или что? Сейчас посмотрим. Возможно, сейчас продажи пойдут, кстати, вверх. Надо было Турбарму все-таки показать. Дурачок, дурачок. Ну ладно. Вторую Турбарму, естественно. Так, полировка. Анимация. Чуть побольше. Где-то вот так, я думаю. Так, это все нам назад. Туториал и катсцены. Ну, примерно вот так вот, я думаю. Нормально будет. Сейчас посмотрим. Рэп-симулятор будет ли еще лучше продаваться из-за того, что на выставке его показали? Не, не будет. Так, Турбарма 2. Давайте за $9 подешевле, подешевле. Итак, оценочки. Хреновые оценочки почему-то. А, видимо, это из-за того, что типа... Не знаю почему, кстати. Вроде все то же самое сделал, но, видимо, это из-за того, что, знаете, решил такой на хайпе выпустить, грубо говоря, то же самое. С незначительными изменениями, да, то есть... То есть, грубо говоря, решил... Ну, в общем, как делают все разработчики современных игр. Так. Да, она не продастся. В общем, друзья, на этой ноте будем заканчивать эту серию. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это новая серия по City Game Studio. Не заставит себя долго ждать.